Всем привет! Сегодня на обзоре мы рассмотрим интересную вещь, о которой многие обзорщики делали видео, но упускали один интересный момент. Сегодня мы поговорим про индивидуальный перевязочный пакет, он же ИПП. Этот почти 2 года был в прикладе носим, поэтому вот в более живом состоянии выглядит упаковка так. Ну, тут город производителя, маркировки, все вот это вот. И тут инструкция по применению. Смотрим, что собой представляет эта штука. Вскрываем. Наверное, лучше так будет. Вскрываем. Поставка. Вот, у нас в пергаменте тут завернута сама начинка пакета, так сказать. Раскрываем. И у нас тут лежит бинт. Так, вот еще внутри булавка. Булавка и сам пакет перевязочный. Он состоит из бинта, который идет отдельно. И двух вот таких вот ватно-марлевых тампона. Они закреплены тоже на этом бинте, чтобы в случае ранения боец ко мне оружие положи. Ну вот, допустим, в случае ранения бойца можно было, вот, допустим, у нас сквозное ранение. Накладывается одна часть на выходное отверстие. Можно не переходить, в принципе. Вот, мы наложили. Вторая на входное. Входное, выходное отверстие. И начинает, соответственно, обматываться бинтом. Ну, то есть, как бы, курс перевязки, я думаю, никому показывать не надо. То есть, ну, приблизительно оно будет выглядеть вот так вот. То есть, наложение повязки, все дела. Вот. Булавкой, соответственно, фиксируется. А в чем, так сказать, соль? Многие обзорщики делают обзоры на вот эти пакеты, но они упускают одну интересную деталь. Вот эта ткань, она тоже функциональна. Это не просто упаковка. Здесь все стерильно. Она не пропускает воздух. И при ранении в легкое, чтобы избежать пневмоторакса, ну, то есть попадания воздуха через отверстие входное, через плевральные области, чтобы избежать попадания воздуха в рану и в легкое, вот эта ткань может загерметизировать ваше отверстие. Она очень плотно герметизирует. Вы ее накладываете стерильной частью на пулевой канал раневой. И по такой же схеме просто можете все вот это вот обматывать дальше. Вот такой вот обзор у нас сегодня был на индивидуальный перевязочный пакет. Всем спасибо за внимание. Оценивайте видео, подписывайтесь. Пока.